Всем привет, с вами Александр, и мы продолжаем строить нашу школу. И перед тем, как мы начнем продолжать, хотелось бы сказать спасибо отдельное пользователю с ником Анна Зименкова, которая реально много чего полезного написала. К сожалению, ну, поскольку я записываю серии наперед, я многое прочел позже, да, чем хотелось бы. Вот. И поэтому еще раз я там в комментариях ей писал. Еще раз повторюсь, да, добро пожаловать в Discord, там меня всегда можно найти, и это будет гораздо оперативнее, вот, и тыкнуть меня носом, да, в то, где я накосячил, можно будет гораздо с большей долей вероятности, вот, ну, а мы, собственно говоря, продолжаем, да, у нас есть определенное количество денег, мы хотели нанять нового учителя, но я вот что думаю. Ну, давайте пока, пусть, наверное, бегают. Значит, смотрите, у нас есть, во-первых, грант на учеников 8 класса. Мы его возьмем. Соответственно, 34 надо добавить по 2 рабочих места. Да? Сделаем вот так. Дальше. У нас есть непогашенный кредит в 3000. Мы его тоже сейчас погасим. Вот. И мы возьмем новый кредит. И вот теперь с этими деньгами мы будем что-то пытаться сделать. Ну, для начала давайте быстренько материализуйте нам тут. Так. Есть. Хорошо. И практически успели. Так, значит, двоих сюда, двоих сюда. Теперь, я тут не на запись посмотрел, нашел такую штуку. Смотри, у нас в одном 10 классе 15 человек, в другом 9. Да, и это можно как-то попробовать. Ну, просто здесь у нас 21 бонус обучаемости, а здесь 15. То есть, в идеале вообще по 10 человек в класс пускать, ну, блин, дорого. Поэтому давайте попробуем вот так вот уравновесить, да? Получим по 18 бонусов, ну, как бы нормально. За 15 человек у нас 15. Вот. Ну и, в принципе, бонус обучаемости у нас тут везде хороший. Также в 11 классе, вот, я бы тоже как-то вот так уравновесил, хотя бы чуть-чуть. Ну и в целом остальные более-менее ровненько идут. Вот. И с этими 14 тысячами, да, мы можем позволить себе немножко поменять учителей. Значит, нам что нужно? Что нам нужно? Кто у нас есть? Искусство, математика. Искусство, математика. Нам по-хорошему бы, да, естествознание заменить. Потому что именно вот не сюда. Именно по естествознанию у нас идет основная просадка. Вроде как. Хотя. Вот и пойми тут, да? Вроде один из самых худших учителей, а показатели нормальные. Вот. Ну, так или иначе, да, мы хотели искать еще одного учителя русского, вот, чтобы вот здесь как-то это все дело поднять. Вот, и давайте попробуем найти. Значит, тут у нас все печально, тут все печально. Естествознание, кстати, 46. 31, ну... Если уж менять, да, то менять хотя бы на 50+, а в идеале где тут у нас самый крутой учитель. Ну да, кстати. Ну вот, 59, да? То есть, не знаю, с двумя звездами будет 60 или нет. Так, кстати, по поводу грантов. Мы же вроде в прошлой серии изучали, да?
Это чудесный грант, да, изучали. Вот, так что поехали искать. Значит, сбрасываем и смотрим, кто у нас есть. Язык, кстати, 60 на минуточку. Ты кто? Физкультура. А ты кто? Естествознание. 53. А вот мы, наверное, сейчас и поменяем обоих. И вот этого языка. Вот этого учителя. По языкам. Да? Прям вот очень хорошо. Что там? Повышение дисциплины. Ну, согласен. Тебя. До свидания. Вот. А ты у нас будешь вести вот здесь. И учитель естествознания. Ну, кстати, еще один физкультурник появился. Естествознание 53. И, в принципе, да, его надо брать. Его надо брать, вот этого. До свидания. Вот, а тебя на два класса. Все? Давайте проверим расписание. Тут все хорошо. Тут все хорошо. Тут хорошо. И тут тоже все хорошо. По истории, конечно, все плохо. Вот, но тут еще хуже. Понятно. Вот. И что мы можем сделать на оставшиеся деньги? Смотрите. Значит, у нас есть показатель, на который мы можем повлиять. Да, это на успеваемость. Ну, соответственно, мы на него только что повлияли. На выпускной рейтинг. Да? То есть, кстати, да. Давайте сделаем вот что. Поскольку вот этот учитель по языкам лучше, чем вот этот, да, давайте мы поставим вот этого на выпускной класс. Вот так. А того в 8-9. Будем повышать вот этот рейтинг. Вот. Ну и единственный рейтинг, который у нас еще не охвачен, да, это F. Частота. А что мы можем сделать? Идем сюда. Открываем санитарию и смотрим. Число плиток открытой земли, по которым ходили ученики. То есть нам надо вот эту вот цифру снижать. А как мы можем это снижать? Мы можем взять, давайте пока на плане сделаю, поставить вот сюда стенку, вот так построить, да? Поставить, ну, скажем так, вот сюда стенку, ну, хотя бы до сюда, и вот сюда стенку. Вот. И вот эти вот части потом замостить плиткой. То есть мы тем самым сократим путь, по которому ходят ученики. Вот. Соответственно, пока есть деньги, давайте сначала сделаем вот здесь. Оно, конечно, дорого, но я думаю, что да, я думаю, что это поможет немножечко поднять нам рейтинг. Вот. Ну, еще, конечно, остается вот эта штука, но ее мы, к сожалению, пока поднять никак не сможем. То есть, да, тут есть, конечно, вот достижения, магнат вообще, да, то есть, но это хранитель школы, да, что дает хранитель школы? Необходимо выполнить юрист и расширение школы 100. 200 престижа. Исследовать, купить землю. И исследовать юриста. А давайте посмотрим. Значит, где наш юрист? 3000, да, плюс сам юрист, сколько-то денег стоит. И расширение купить землю. Так, и это где-то у нас должно быть
Нет, это где-то должно быть в финансах. Купить землю 10 тысяч. То есть и найм юриста, и купить землю. Ну, то есть 13 тысяч мы пока не вывезем никоим образом. Хотя, конечно, да, эти два гранта очень сильно нам поднимут. Ну, точнее, один. Вот. Но, к сожалению, тут уж извините. Вот, поэтому нам, собственно говоря, ничего не остается делать, как копить деньги, строить вот тут вот заборчик и вот это вот все открытое пространство стараться замостить каким-то покрытием. Вот, соответственно, понятно, что это будет покрытие газон, да, потому что все остальное стоит гораздо дороже. Вот, но будем таким образом пытаться поправить этот грант. О, не грант, а этот рейтинг. Вот. Ну и пока ставлю паузу и ждем денег. Ну что ж, строительство идет полным ходом. Вот тут стенку разобрал, вот тут покрытие снял. Ну, потому что они нам уже как бы пока не нужны. А давайте посмотрим, как изменились наши цифры. Да, даже при учете того, что я снял покрытие, цифры стали меньше. Еще есть такой момент, смотрите. Уборщики. То есть радиус действия уборщика две клетки. Если паузу поставить, то четко видно, что две клетки в одну сторону, две клетки в другую сторону. И вот эти маршруты, они, ну, мягко говоря, не работают должным образом. Вот. То же самое маршруты охранника, да, то есть они выходят вообще за ту территорию, где, ну, где никого нет, как и уборщики, да, то есть вот тут они не нужны. Поэтому сколько у нас уборщиков? 5 человек, да? Поэтому я сейчас, наверное, опять же, не на запись, да, чтобы не затягивать этот процесс. Просто возьму и поудаляю все маршруты. Вот. И сотворю их заново. Что у охранников, вот, что у уборщиков. Вот. И я думаю, это будет правильно. Это поможет нам избавиться от грязи. Вот. То есть мы сейчас работаем исключительно вот сюда, на чистоту. Вот. Поэтому ставим маршрут уборщика, добавляем маршрут. Ой. Ну и, собственно говоря, ставим паузу. И поехали. Так, ну вот, собственно, вот такие вот маршруты у меня получились. Значит, первый маршрут уборщика с заходом вот в эти четыре класса. Вот это вот второй маршрут. Третий маршрут, который уходит вот сюда. И четвертый маршрут, который... Так, стоп. А, ну да, четвертый маршрут здесь. И пятый маршрут здесь. Посмотрим, если вдруг чего, ну, как-то подужмемся и попробуем нанять еще уборщиков. Вот. Ну и, собственно говоря, маршрут охранников. Один маршрут, второй маршрут и вот тут вот такой вот большой третий маршрут. И два охранника у нас бегают по всей школе. Вот. Так что посмотрим. Блин. Нечаянно паузу поставил. Хотел снять паузу с игры, вот, а поставил паузу на запись. Посмотрим, что из этого получится. Вот, ну, а вот теперь, наверное, точно поставлю паузу, вот, на записи и будем ждать денег. Обратите внимание, как они идут в школу. Да? Со школы они уходят в эту сторону также, а в эту сторону вот по вот этой кромки. То есть вот тут тоже надо будет, наверное, сделать покрытие. Вот, но сейчас интересно следующее. Открытой земли. То есть
на 1000 сократилась открытая земля, по которой они ходят. Благодаря вот этому заборчику. То есть вот это уже не считается как площадь, да, по которой они ходят. Вот. И в принципе, меня это, ну, прямо говоря, радует. Вот. То есть еще вот тут вот замостить. Да, в принципе, а почему бы нет? Давайте сразу это и сделаем. Ну, для начала вот так, потому что они все-таки тут наискосок идут. И вот так. Ну да. И деньги опять кончились. Недолго музыка играла, недолго школу строили. Да, весь сезон у нас сводится к тому, что мы ждем деньги. Это, конечно, не очень хорошо, но... В принципе, шестой день, первый урок. Давайте сразу посмотрим, что у нас здесь. В целом, показатели неплохие. По 11 классу, так можно сказать, что вообще хорошие. По крайней мере, русский язык впереди планеты всей. Да что ж ты, я опять его русским называю. Ну ладно. Фиг с ним, буду называть русским языком, так привычней. Вот. А в 10 классе наоборот. Да, и хотя казалось бы, что учителя у нас, точнее учитель, один и тот же, и там, и там. А в 10 классе знание языка хуже. Вот как такое может быть? Вот, но 8 класс зато, видите, прибавил. Вот, 9 тоже в некоторых областях неплохо так справляется. Так что я думаю, что этот год мы закончим вот здесь с нормальным показателем. Вот. Ну, а там видно будет. Опять же, ждем денег. Должен вам сказать, приятная картина вырисовывается. Ну, по крайней мере, вот здесь. То есть, минимальный порог это у нас 75. Да? А эти, смотрите, уже по русскому, по математике давным-давно это все дело переплюнули. Единственное, вот здесь так и висит. Я не знаю почему. Хотя 8 класс нагнал. Давайте попробуем сделать следующее. Я, конечно, понимаю, что 7 день, конец, все дела. Но тем не менее, да, мы возьмем и поменяем. Вот здесь. Вот так. А вот здесь. Вот так. Посмотрим, что из этого выйдет. В целом можно и, наверное, и математику тоже поменять, да? Здесь вот так, а здесь вот так. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Ну какая нафиг драка едой? Ну что вы делаете, алло? Что ж вы грязь-то разводите? О, полетел. Да. Все, закидали. Вот. Ну, в общем, посмотрим, что получится после таких перестановок. Вот, но как бы общие показатели. Опять же, я могу ошибаться, но лучше, чем в прошлом году. Хотя вот 9 класс что-то прям... Вот эти пройдут экзамены. 10 класс, да, то есть теоретически еще подтянут. Я надеюсь, математику чуть-чуть. Историю уже подтянули. Вот. 11 класс, ну, я надеюсь, тоже физкультура. Естествознание. А ну-ка давайте посмотрим, что у нас по физкультуре. Ну да. А естествознание у нас один человек. Ну, будем надеяться, что все-таки получится. Вот. Ну, денег опять нет. Здесь все сделал. Вот.
Сейчас вот тут вот надо чуть-чуть еще проложить. Вот, и будет хорошо. Вот, ну а пока опять ждем деньги. Да. Как говорится, я вас поздравляю. 11 класс, скорее всего, в полном объеме, скажем так, сдаст экзамены. Вот. 9 класс, скорее всего, в полном объеме сдаст экзамены. Точнее, 10. 9 класс. Вот тут вопрос. Чё это кажется беда-беда? Даже 8 класс подтягивается. Давайте попробуем сюда учителя истории поставить. Ну, более, скажем так, прокачанного, да? А у нас и нету. У этого 32. Тут 28. Ну, давайте вот попробуем поменять. Вот так. Ой. Не знаю, конечно. Показатели. Причем тут же можно еще вот... А, ну и да. Я немножко схитрил. Я убрал тут паркет. Вот. И постелил травку. Вот. Травка лучше, травка красивее. Тут можно прям взять и посмотреть, кто на что сдаст. Да? То есть, вот этот человек точно сдаст. Причем сдаст очень хорошо. А вот этот под вопросом. Причем какие-то чахлики, смотрите. У всех беда. А, не, вот смотрите. Геракл нашелся. Вот. У всех беда с физкультурой. Так или иначе. Давайте посмотрим, что там с 11 классом происходит. Так. А ну-ка, пауза. Да, смотрите, прям очень хорошо. Ну, это задохлик. А, о, атлет. Сказал Саша и закашлялся. А, прошу прощения, кстати. Да, смотрите, 11 класс в целом хорошо. Так что вот этот... Рейтинг мы поднимем. И, скорее всего, вот это тоже чутка поднимем. А, по поводу поведения. По поводу поведения. Хулиганов много. Но они вроде как периодически тут исправляются. Вот. Что касается санитарии. 330. Но много грязи. И вот это вот мне не совсем нравится. Поэтому сейчас, наверное, мы наймем еще одного уборщика. Ну, в 9-й день. Вот. Может быть, он хоть как-то попробует выправить эту ситуацию. Но теоретически можно сейчас вообще везде траву постелить. Вот. Но это будет прям... Совсем богоюзание какое-то. А, поэтому пусть в кабинетах остается. Вот тут травку, кстати, еще. Сейчас постелят. Вот. А вы знаете? А ну-ка, давайте-ка попробуем это отменить. Так, вот сюда. Достроим. А вот на вырученные деньги возьмем... Уборщика. Ты нормальный? Ты кто такой, что ты через стены у нас проходишь, а? Вот. И я надеюсь, что и вот эту штуку мы попробуем как-то победить. Вот. В целом, денег еще на одного уборщика нам должно хватить. Ой. Так что ждем. Ждем результатов, да? Нанял я еще одного уборщика. Вот, на маршрут его не ставил. Пусть так бегает, грязь подтирает. Вот. Ну и что я вам хочу сказать. Вот по этим цифрам все очень прекрасно. А здесь... Так, события. Так, ну... Блин, давайте посмотрим.
Возможно, еще удастся его тут немножко поднять. Ох, поехали. Так, в связи с глобальной нехваткой воды поставщик возьмет... Ну да. Минус 300. Офигеть. Ну, по крайней мере, рейтинг не потеряли. А это, наверное, самое главное сейчас. Вот. Ну и давайте этот день уже так докрутим, посмотрим. Вот. И пока идут уроки, давайте смотреть. Значит, 11 класс. Ну, практически идеально. Вот. Просто идеально. То есть... Единственная проблема с историей, да, а так в целом все сдадут все. 9 класс неожиданно тоже проходят. Опять же, физкультура, языки. Я не понимаю, как это работает, да, потому что в расписании, что у 10, что у 11 класса, один и тот же учитель, да. Почему такая разница получается, я не знаю. 9 класс, неожиданно, да, тоже выправляет ситуацию. Причем, смотрите, по всем предметам, на минуточку, если здесь у нас есть определенный провал, здесь у нас есть провал, то 9 класс, он ровненько идет по всем предметам, неожиданно. А вот с 8 классом все плохо, да. Извините, но как-то что-то пошло не так. Вот. И вот эти 34 человека, скорее всего, не сдадут наши выпускные экзамены. Вот. И опять же, очень сильно подорвут там вот эту штуку. Но вот это должна быть очень хорошей. Из того, что я вижу здесь, прям вах. Вот. Ну и немножко, конечно, вот тут тоже. Так, а давайте я вот сюда. Хотя, наверное, не успеет. Поэтому давайте здесь. Ладно, тебя уже сюда. Вот здесь немножко просадка вышла. Как бы весь год там 4-6 учеников было плохих. А под конец вот так вот скакнуло в два раза. Вот это. Что, еще кого-то нашли? Нет. Вот, это, конечно, не очень хорошо в плане вот этого рейтинга. Но посмотрим. Ну, смотрите, даже по деньгам немножко выкарабкиваемся. Так, ну что? Момент истины. Давайте. Ждем. Все, конец уроков. Знания они больше не получат, и вот эти вот результаты можно считать окончательными. Да? То есть мне не показалось, что эти знания, показатели только что прыгнули. Ага, я понял. Я, наверное, просто нажал на 11 класс. Идеально. Чуть-чуть не дотянули. Тут тоже очень хорошо. Раз, два, три. Вот это вот, конечно, будет много отчисленных. Ну да ладно. Ждем. Ждем, что у нас получится. Последняя серия данного сезона. Да, и кстати, хочу обратить внимание, ни одного человека школу не бросила. А это, между прочим, хороший показатель. Даже кого-то перевоспитали. Да? Ну что ж, в целом неплохо. В целом неплохо. Ждем финальных, так сказать, итогов. Вот, и посмотрим, чего мы добились в этом учебном году. Есть у меня, конечно, мысль, что вот эти классы, ну, поторопились мы с ними. Их надо было поставить и сразу убирать. Потому что вот именно они давали просадку. Причем... Классно, спасибо.
достижение получил. Ну давайте. Девятьсот девяносто один. Хорошо. Сделаю принтскрин. А теперь самое интересное. Да. К сожалению, мы не догнали. Ну, просто у нас не хватило буквально там скольких 50 очков, да, рейтинга. Но не хватило. Но зато посмотрите на эти цифры. Выпускной рейтинг. А. Успеваемость. Б. Поведение. Б. Частота. Д. Мы за все получили бонус. По итогу. Да, 5000 денег. 75 престижа. Заинтересованных нету, потому что минус. Но давайте, смотрите, 100%. Просто 100%. А? Как оно? Давайте посмотрим. Грязи 39. Да, все-таки те два уборщика, которых мы наняли в конце, они выправили ситуацию. Вот. Единственное, знаете, вот непонятно, да, мусорная корзина, как она влияет? Как влияет мусорный контейнер? То есть, если бы я, допустим, поставил 20 мусорных контейнеров, это как-то бы вот сюда повлияло или нет? То есть, мало вот этой вот информации, да, с которой можно работать. Мало исходных данных. Хотелось бы чуть-чуть побольше. Поведение. Тоже, да, понятно, что каждый шумный там задира, прогульщик, они что-то дают, какой-то минус. Хотелось бы понимать, охранники дают какой-то плюс? И где вот, как поймать вот этот баланс, да, чтобы все было хорошо. Ну, то же самое в чистоте, да. Грязь. Сколько она дает минус в репутацию? И сколько дает плюса, допустим, мусорная корзина или уборщик? То есть, ну, вот таких вот моментов оно, конечно, не хватает. Даже тут, смотрите, неплохо справились. Вот. Ну и выпускной рейтинг. То есть, только в Кембридж никого не взяли. Почему-то. Обидно. Ну да ладно, поехали по графикам. Ух! 83% учеников, почти 84%, сдали экзамены. Отлично. То есть, все-таки, смотрите, даже если по графику, да? Сейчас включаем аналитику. Мы построили на второй год вот эти дополнительные классы. Мы их не оборудовали должным образом. Соответственно, качество обучения в них было очень плохим. И каких бы мы учителей туда ни ставили, все равно качество обучения страдало. Как только мы убрали эти дополнительные классы, да, учителей мы тоже, конечно, прибавили, там, поменяли, но как только мы убрали эти классы, да, ну, как бы два варианта. Либо мы убираем классы, либо мы их делаем оснащенными прям на всех учеников, да, то есть, если у нас 15 человек в классе, то есть, и мест в специализированном классе тоже должно быть 15 по количеству учеников. Но можно их и убрать, как показала практика, да. Качество образования просто на высоте. Не выполнили всего 16%. Это меньше, чем даже в первый год. Да, если в первый год у нас, ну, плюс-минус одинаково было, то тут прям очень хорошо. Ну и никто не бросил. То есть, что тоже говорит о многом. Да? Равно как и вот эти две цифры. По деньгам печаль. Печаль, беда. Вот. Доход 86, расход 77. Наличных 9900, но это с тем кредитом, который нам предоставили. С деньгами, конечно, плохо. Как бы понять еще, откуда денег? Ну, я-то понимаю, откуда деньги берутся, да? То есть, чем больше у нас рейтинг, тем больше к нам хотят прийти человек, и тем больше, соответственно, у нас денег будет. Тут с этим понятно. Вот. И все это зависит вот от этого графика. Дальше, место. Ну, вот тут, конечно, какой там у него
985, у нас 991. Ну, да, совсем чуть-чуть, казалось бы. По количеству учеников растем, понятное дело, преподаватели растут, персонал растет. А нет, смотрите, преподавателей у нас столько же осталось, мы просто же меняли их. И предметы. Все, кроме физкультуры, взлетели вверх. Прям хорошо. Так, ну и результаты. Значит, 0 бросили, 0 исключен, нераспределенных тоже 0. Не выполнили всего 19 человек из 116. Ну, хорошо. 11 класс прям вообще молодцы, сдали все. Смотрите, 100%. 100%. А есть кто-то не на 100%? Но есть. 83, 83. Ну, опять же, да, история, по которой мы просаживались весь год. Вот, и она вот там дала вот такой, даже 67 есть. Дохляк, блин. Не мог 100-метровку пробежать. Вот. Хотя тоже вот какие-то параметры все-таки есть и у учеников. Да? То, что кто-то лучше историю освоил, а кто-то хуже. То есть еще бы вот с этим разобраться. А в 10 классе. Что у нас? Кто не сдал? Ты не сдал? Ну да. И опять же, хотя вот тут история хорошо зашла. Прям на ура. Ну, в общем, да. И 8 класс. Тут 12 человек. Да, но в любом случае рейтинг Б 84%. Вполне неплохо. Вот. И вот это даже можно, наверное, заскринить. Правда, вот тут вот все плохо, но зато в остальном все достаточно хорошо. Ну что, сезон закончен, серия завершена, вот. Итоги подведены. Пишите в комментариях, хотели бы вы продолжение этого сезона, ну не этого, а продолжение сезонов по этой игре, да, какой-то новый сезон уже с какими-то там другими директорами, опять же, с каким-то опытом моим. Вот, все-таки тюрьмы я пока строю лучше. Это надо признать. Вот, но будем стремиться и в этой игре достигать каких-то успехов. Опять же, если вы этого захотите. Вот. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо и до новых встреч в следующих играх, в следующих сезонах и в следующих сериях. Пока-пока.